Что было бы, если бы не мужики играли бы в футбол, а девочки? А что в этом такого? Очень даже неплохо. Как тебе пляжный футбол? Ой, интересно, но тяжеловато бегать. Что не получалось у тебя? Мне непривычно бегать по песку. Ну а так, все неплохо. Тебе понравился? Нелита понравился? Кто? Нелита, бразилец. А, да, конечно, очень такой заметный. Так, если буду называть слова, они связаны с футболом, с пляжным, вот. Соответственно, тебе нужны свои ассоциации с ними. И тоже с пляжным футболом. Да, постарайся привязать, да? Что бы это могло значить? Ладно. Камбэк. Камбэк, вернись на заднюю линию. Камбэк. Ну, наверное, вернуться обратно как-то с английского. Камбэк, что такое? Передача назад, наверное, какая-нибудь. Возвращаться домой, к воротам своим. Возвращаешься обратно, когда? Это возвращение игрока на поле. Горчичник. Горчичника прикладываешь на ногу, когда поранился. Отлично, горчичник. Желтая карточка. Когда кого-то сильно ударили. Это что-то с футболом связано, да? Горчичник? Ну вот когда мы болеем, мы делаем горчичники, чтобы от кашля справиться. Возможно, когда футболисты тоже болеют, и они используют горчичники, чтобы быстрее выздороветь. Горчичник. Когда кого-то сильно ударили, ты чувствуешь как горчичник. Банка. Бицуха. Банка. Наверное, трехлитровая. Банка? Может быть, ударить створ ворот, не знаю. Гол, когда забили. Лечиться потом банками после тяжелой игры. Банка? Банка. Просто банка. Бутылка с водой. Не знаю. Рабона. Рабона? Это типа рабыня, что ли? Это запасной, наверное. Человека неудачника в футболе так называют. Рабона. Не знаю, честно. Рабона? Не знаю, какой-нибудь финт футбольный. Не знаю. Может быть, так игроков называют. Не знаю. Щечка. Щечка? Ой, а, наверное, это стратегия какая-нибудь, там выбегаешь такой, вот так. Щечка или щучка? Щечка. А, это удар по мячу, внутренней части стопы. Отлично. Щечка. Когда мяч прилетает в голову. Случайно. Может, какое-то движение у футболистов есть, вот они как щечка к щечке делают. Манишка. Манишка? Судья. Не знаю. Это одежда какая-то. А, ну это вот эта вот фигнюшенька, нет? Это специальная майка, которая одевает сверх формы, чтобы игроки могли отличать друг друга на поле. А, это что-то из одежды. Конусы, не знаю, как назвать, такие маленькие. Около ворот стоят, мне кажется. Да.
Столб. Это флажочек. А, нет. Может быть, даже и флажок боковой иногда называют так. На вот те ребята, которые вот так вот стоят, стенку делают. Их называют столбами, да? Когда все стоят, не двигаются, ждут чего-то. Когда один игрок ставит защиту, не когда забор, а когда один, он столб. Да, вот, да, они бегут, и как столб замирают. Положение такое. Парашют. Это специальное приспособление для тренировки футболистов, чтобы был противовес, чтобы убежать соответственно, с остановкой такой. Парашют. Когда очень долго летит игрок, хорошо прыгает. И парашют. Парашют. Может быть, тоже из одежды с футболками что-то, вот как парашюты, они меняются, я не знаю, что такое. Может, ворота надуваются, когда мячик туда забивает. Бисиклета. Как еще раз? Бисиклета. Бисиклета. Роль игрока где-то на поле, что-то в этом роде. Бисиклета. Ох-ох. Это похоже на математический термин. А какая-нибудь траектория, по которой играют? Какая-нибудь стратегия футбольная?